Всем доброе утро, ребят. Ночным бравлером. Эй, всем, кто выживает. Как это мы вчера говорили? Всем выжившим привет. В общем, у нас сегодня первая битва гильдий на серваке, где я начал так более-менее играть. Немецкий сервер, но более-менее играть, это означает, что я прохожу там одну или две локации. Потому что большинство локаций просто беспонтовые и бесполезны, точно так же, как и новая локация. Так, что у нас интересного? Поехали, почекаем акции, которые здесь есть. Шестой день сегодня. Вот как вам, блядь, вот такое вот? 9 камешки, да, ну вот 20 штук. Почему бы и нет? Так, смотрим, что у нас еще интересного есть. Настолочка не такая, как везде. Вчера нам выпало 100 книг, а сегодня нам выпадет 200 камней. Ну, тоже неплохо. Правда, я не понял, почему Дама Холода так дорого стоит. Либо у нее есть какой-то секрет. Так. Ну, без комментариев, сами видите, как здесь все падает. Сапожки. Отлично. Клюхи забрали. Так, ну что, поехали. Поехали, будем мучиться. Эта локация не открыта. Порты не открыты на следующей неделе. 400, да ну нафиг, что мне с ними делать? 500. 300. 320. Бля, да я их хрен пройду когда-то. Феникса. Ну, у меня Фрейя нету, тут без вариантов просто даже. Тут все уже с эволюциями, один я, ну. У меня даже героев таких нету, чтобы особо там тащить, но попробуем. Нет, тут без вариантов. То чувство, когда нету просто Фрейи. Без Фрейи даже я не знаю, что делать. Ну, надо, конечно, вторую эволюцию делать. Может, тогда хоть будет хоть какой-то шанс. А так пока что у нас шанс слива, ребятушки, максимальный. О май гад! Тащим, тащим! Красавчики. Блин, Фрейи очень не хватает на этом аккаунте. На всех бездонатных аккаунтах у меня Фрейи есть. Здесь, к сожалению, Фрейи нет. Так, ну это уже слишком легко. Это нереально. Так, что у нас тут? Тыква. Череп. Ну, в принципе, можно попробовать. Попробую Анубисом их задеть. Если получится. Плюс ворожей и стрелок. Но я думаю, вряд ли мы их ушатаем. Хотя. Должны. Ой-ой-ой, Афинка. Так, стрелок, давай тащи. Тащи давай. Блин, я розу не выпустил. Изи. Как видите, можно обойтись и без Фрейи. Правда, Махатму потеряли, но... Затащили. Так, надо сегодня добить пыльцо и плюхи с обмена. Так, отлично. Смотрим дальше. Ну, в принципе, такие герои, как у них стоят на дефе, их можно проходить. С этой стороны. Плюс у него здания вкачаны.
Можно пробовать. У нас смотритель будет половину выносить. Так, там черри пиара. Ну, в принципе, черри пиара это на сегодня не проблема. Смотрите, как стрелок кайфово сносит. Можно даже не париться, честно говоря. Я еще Анубиса закинем. Ну, конечно, череп может напортачить. Тут все бывает, с него надо снять. По ограничению, ну, в принципе, я думаю, Махатмушка справится, если что, потом. Так, череп переродился. Хорошо, что у них фрей нету. Были бы у них фрей, это все, это жопа для меня. Отлично. Такс. Блин, что у них за дефа, я что-то не могу вкурить. Что-то прям трэш какой-то, блядь. Влад Дракула на дефе, но это, конечно, жестко. Так, там Анубис, по-моему, с водушкой. Ну, что-то жестко он меня унижает прям. Как вам Роза? Посмотрите, что она творит. Это просто сказка, а не герой. Изи. Не зря я ее качал. Странно, что я, кстати, не встретил, вот у них такая сила, у них огники не стоят. Либо они сняли деф, либо, я не знаю, это просто какие-то мертвые аккаунты, но огников я не вижу. У меня он скоро он будет, я надеюсь. Так, еще одного осталось нам. Смотрите, тоже Влад Дракула, но какие-то они стрёмные. Бля, да Роза просто унижает. Посмотрите, что она творит. Просто кайф. Хорошо, что мы не слились, конечно. Можно пробовать отсюда начинать. Сразу же танковать Розой. Роза Махатма и ворожай сбоку. Махатма отражалку, скорее всего, отлетела. Нет, такой вариант не катит. Ну, в принципе, близко, но... Попробуем сейчас стрелком миздолебить и ворожаем. Ну, тут в большую степень сейчас еще играет и смотр, ну, плюс стрелок, конечно. Это топчик. Так, стрелок у нас ушатался, к сожалению. Ой-ой-ой, 48. Успели. Блин, попробую такой вариант. Так, Анубиса миссанули. Сложновато. Ну хотя посмотрите, у него там уже эволюции, блин, а у меня герои просто 160-е. Блин, двоих ушатали. Что-то ворожай как-то дохнет очень быстро.
Ой, хорош. Попробуем рискнуть. Нет, тут очень жесткий Анубис и этот. Так, ну давайте еще. У нас же это еще не все противники, может кто-то есть. Поинтереснее череп. Ну вот тут хоть огник есть. Я думал уже вообще печаль на этом серваке. Блин, и неохота мелких проходить. Та же самая картина. Ну, не знаю, попробуем. Устроим шанслива максимальный. В принципе, должны, думаю, затащить. Один череп остался. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Первая битва гильдий прошла без слива. Очень странно. Правда, мы не затащили всех максимальных топов. Ну, без Фрей это бессмысленно. Кто играет на немке, заходите в нашу гильдию. Бездонатную. У нас самые яростные бездоны. Так, окей. Что у нас? Первое место, пока только трое прошли. В общем, кидайте заявочки на немецком сервере. Гильдия Castle Clash RIP. Все по красоте. Вот еще подгончик. Отлично. Что у нас сегодня на маркете? За один самик подгончик. Так, это за питомцев трата. Ничего такого нет. В общем, кидайте заявки, вступайте. Всем удачи. Всем пока.